Ну все, мы взяли трубы, все взяли. So, what's up? What's up? Nah, nah, I didn't hear whatever. So, brother, where your phone's at? Приветствую, друзья, всех на канале Амстав Берта. Друзья, сегодня будет очень такое интересное видео, многообразное. Вон Влад поехал. Привет. Да. В общем, сегодня будем закупаться для создания материал. Будем покупать материал для создания коляски, друзья. Из пластиковых труб, как я обещал на стриме, говорил уже об этом. Поэтому все, сейчас поедем все купим с Максом. Посмотрим, может быть, заберем старую коляску, чтобы по ее лекалу, так скажем, сделать. Сейчас, секунду, надо выезжать. Вот. Чтобы ее сделать, по ее лекалу сделать. В общем, собрать пластиковые трубы, да, спаять это все дело. В общем, посмотрим, будет интересно. Я думаю, нам еще будет помогать Паша, Шигани Мюзиклан канал. Так что погнали, посмотрим, что получится. Для начала закупочку делаем. Вот как-то так. Все, друзья, приобрели уголки. Счетчик даже купил. Но счетчик это уже домой. Сейчас это надо все отвезти на работу и все спаять, да? Сейчас все спаяем, все сделаем. Будем пытаться. Попробуем что-нибудь напаять. Напридумаем. Напридумаем. Да. Открывай. Ну, нажал вроде как. Сейчас. Подари-ка сил. Все. Все. Вот у меня же такой срач небольшой. Так, трубы мы сразу в салон. Оп. Трубы мы взяли сразу для горячей воды. Армированные, да. Чтобы для большей жесткости. Специально взял 25-ю трубу. Для того, чтобы была пожестче коляска. С различные уголки там всевозможные. В общем, будем пытаться. Сейчас, может быть, даже съездим, возьмем образец старую коляску и уже по ее размерам делать. Потому что она, в принципе, по размерам подходит. Хотя бы схоже что-то делать. А так, потом, как спаяемся, надо будет съездить на Берту померить это все дело. Как это все будет происходить. Ладно, что, погнали. Все, я приехал за коляской. Сейчас заберем коляску. Тут сейчас, наверное, ничего видно не будет. Вот она. Коляска наша. Сейчас вот по ее примерным размерам. Сейчас по примерным размерам этой коляски будем уже варганить новую коляску. Колеса, думаю, взять отсюда. Будет самое то. Все, друзья. Так. Не очень-то удобно мне сейчас. Вот так вот. Все. Не закрылось. Все, коляска есть. Образец есть. Материал есть. Осталось дело за малым. Все это совокупить. Погнали. Иди вот так вот ребята пришли и стесняются. Стоят все и стесняются. Че стесняемся? Сам, мы камеры боимся. Ты выдаешь первое. Диджей, включаешь камеру. Будет это тихо. Ну все, мы взяли трубы. Все взяли. Сейчас буду пытаться что-то сварганить. На рабочем. На работе. На рабочем месте. Все, лифт въехал. Я надеюсь, что мы войдем в него нормально. Все отлично. Взял специально вон образец с размерами. И кучу разных уголков. Всякое разное. И трубы. Оп. И Паша. И Паша. И Паша. Паша в очках, все как полагается, безопасность. Как надо. Все, мы зашли. Друзья, это еще один объект. Маленькая квартирка без балкона. Стены мы уже сделали. Ванну он уже привезли заказчики. Все, и сейчас будем пытаться что-то сделать
На паяльник. Уже паяльник здесь. Паша сейчас соберет болгарку и походу уйдет. А я останусь здесь и будем... Вот мне надо вот эти трубы доделать. Допаять все. Паяльник уже он тут приготовлен, все. А, допаять трубы и будем уже заниматься Бертиной колесницей. Так, так, так. Да. В принципе, образец у меня есть. Ничего сложного здесь нет. Примерно по этим же буду размерам делать. Посмотрим. Сейчас начнем паять, что получится. Начало, друзья, положено. Именно сборки, да? Вот. Паял уже вот такую часть. Это у нас получается задняя, да? То же самое, что и здесь будет. Что-то подобное, да? И по размеру то же самое. Потому что, в принципе, размер-то этот подходит. Вот. Здесь уже спаял. Сейчас пойдем отсюда уже паять. Ну, все, в общем, как-то так. Техническая часть, в общем, у нас получается. Да. Вот такая вот получается верхняя колясочка. Сейчас мы ее запрем вот так вот. Будет все щикардосно. Получается коляска гораздо легче, гораздо проще будет. Я надеюсь, что тест-драйв у нас увенчается успехом. Как-то так. Главное хорошо спаять, чтобы ничто нигде не развалилось по пути. Вот. Ну все, будем дальше делать. Ай да молодцы мы. Ай, какие мастера. Ой. Шикарно. Это продолжение, тут колесо будет еще. Еще упор будет стоять. Должно получиться круто. Вот такая вот заготовочка пока. Ну что, давайте дальше поедем, товарищи. Друзья, самый сложный момент. Сейчас надо вот эти две части соединить. Труба жесткая, она так не гнется просто. Поэтому пожелайте мне удачи, друзья. Она понадобится. Паяем одновременно сразу две. Не сделаешь ради Берты, да? Вот так вот у нас будет. Ты не завидно будет, дурочка. Внутри отверстия. Вот так вот одну мы напаяли. Это для жесткости я сделал уголок. Чтобы как можно жестче коляска была. Аж в пот пробило. Вон, утюг у нас еще. Не забываем, 300 градусов. Не так-то это и просто. И жарко около него сидеть. На самом деле. Кому-то, если надо белье погладить, там сорочку, футболочку, пожалуйста, обращайтесь, погладим. Не получается немножко грязненькая коляска, но в будущем, если она будет работать, да, то мы ее обязательно покрасим. И, друзья, пишите в комментариях, какие цвет, в какой цвет покрасить. Может быть, есть сделать триколор какой-то, да, то есть три разных цвета. Она вообще, по идее, идет белая, но на ней есть надписи, вот типа такой штуки, штрих-коды всякие разные, это неинтересно, то есть некрасиво смотрится. Пишите в комментариях, друзья, какой цвет сделаем. Ну, может быть, какой-то розовый, может быть, еще какой-то. Подсказывать не буду, сами вот предложите варианты. Будет интересно, будем рассматривать, друзья, и обсудим на стриме обязательно. Надеюсь, за раз всю коляску сделаем, посмотрим, друзья, посмотрим. Сейчас просто такая ситуация, что погода у нас очень холодная. 25-27 градусов, бывает 22 градуса, да? По этой причине мы не можем ее сейчас протестировать. Но, так, подожди. Мы нет, откуда нет, пошли? Нет, отсюда или отсюда? Мы отсюда делали. Отсюда? Да. Вот, 4,5. Вот, друзья, по этой причине мы не можем сейчас ее протестить. Соответственно, как только погода улучшится, сразу же мы будем ее пробовать. Вот такая штука.
Все, друзья, смотрите, что делаем. Сюда напаиваем. И уже я думал сделать так. Сейчас покажу. Взять вот такую штучку. В простонародье заглушка. Ее поставить. И вот так вот напаять. Это у нас будет уже нога. Нога, куда, где будет крепиться колесо. Здесь будет отверстие сделано. Несколько отверстий, скорее всего. Для подгона по высоте. И все. Сюда, чтобы грязь не забивалась. Зачем она нужна? Мы сделаем, напаяем заглушку. И у нас это будет вот так вот, в таком виде это выглядеть. Посмотрим, как это будет. Все будет, будем пытаться сделать на опыте. Даже не опыте, а опытным путем. Путем проб и ошибок. Надеюсь, что ошибок допущу по минимуму. Но посмотрим, как получится. Главное поправить бороду и начать паять. Эту трубу. А еще когда, друзья, целый день паяешь эти трубы, под конец рабочего дня уже руки так не работают. Ну, что-то вот начинает быть похожим на коляску, да? Она вот так в таком виде будет. Здесь уже будут колеса. Посмотрим, как вертик будет. Это он перегладил, сделал, но думаю, что не будет мешать груди. Все-таки вертик где-то будет здесь. Посмотрим. Будет мешать, да нафиг отрежу. На крайняк, если будет мешать. Вот и все. Так, что, заглушку сразу поехали. Так что, ребят, открываю международную компанию по изготовлению инвалидных колясок любой сложности, без предоплат и посредников. Легкая конструкция, шикарно. Посмотрим, как она покажет себя в деле. Ну, думаю, будет топчик. Потому что кто делал? Папа. Папа делал, папа может позволить себе ее переделать, если что. Ну, друзья, Паша решил помочь и говорит, да, я, говорит, попаять хочу тоже. Вклад сделать для бертухи. Вот так что, вот так и получается. Все, что-то подобное. Что там? Нормально все. Нормально, теперь осталось вот этот сейчас уголок, сделаем. И у нас, друзья, почти коляска готова. Я думал, слушайте, дольше получится, но, в принципе, все нормально. Ты вот так вот так допустим? Да, наверх просто, да, сделать. Ай да Паша, ай да молодец. Прям чемпион чемпионов, да, честно. Вечереет уже. Надо еще успеть приехать, попробовать на Берте это все испытать. Ну, хотя, как на Берте, опять же. Мы не можем померить, потому что нужна какая-то шлейка, что-то на стриме будем с друзьями вместе с вами думать. Что же нам нужно понадобиться для сие действия? А тем временем Паша спаял уголок крайний. Вот, что получилось. Она вышла, эта колясочка, пока еще рама, так скажем, это вышла чуть-чуть повыше, но раз в 10 легче, чем даже эта коляска, не говоря уже о той коляске. Вот, будем продолжать нашу работу уже. Бердина все спаяно, осталось просверлить отверстие, но у нас здесь нет инструмента для этого. Строго не судите, делал в первый раз. Не все получается идеально с первого раза, да? Тем более делал все в принципе на глаз, исходя просто из размеров старой коляски. Поэтому посмотрим, как это все выйдет. Протестим, при хорошей погоде сразу же пойдем на прогулку.
Если коляска подойдет, все нормально, то открываем производство колясок Берта Стайл, так скажем, что-нибудь такое, как-нибудь придумаем. Ладно, все, друзья, будем на этом заканчивать. Нам надо продолжать работать, время еще не очень поздно, солнце еще пока высоко, так что работать, негры. Все, всем мира, добра, удачи, всех обнял, всем пока. А самое главное, друзья, любите собак.